В ефірі студії «Репортер». Мене звати Василь Базавлук. Сьогодні до нас завітали декан факультету мистецтва та дизайну Міжнародного гуманітарного університету Ніна В'ячеславівна Кравець. Вітаю вас. А також народний артист України, професор кафедри кіно та телебачення факультету мистецтва та дизайну Міжнародного гуманітарного університету Георгій Делієв. Вітаю вас, пане Георгій. Добрий вечір. Сьогодні будемо говорити про підготовку до вступної кампанії 2021 року. Основні її тренди, особливості та взагалі чи відомо вже, чим буде відрізнятися вступна кампанія 2021 року від 2020-го? Скажу сразу, чем она не будет отличаться. Прежде всего, факультет мистецтва и дизайна ищет талантливых, креативных, жаждущих знаний молодых людей. Поэтому это основной тренд нашего факультета. Мы ищем талантливых и неспокойных, жаждущих знаний. А чем будет отличаться, наверняка есть и была уже информация относительно ЗНО, документация относительно творческих конкурсов, дат подачи документов. Я думаю, что вся эта информация есть на странице факультета дизайна, мастерства и дизайна, на странице в Инстаграме, на странице в Фейсбуке и на странице примальной комиссии Международного гуманитарного университета. Чи відомо вже, які предмети зовнішнього незалежного оцінювання потрібні для вступу на факультет мистецтва та дизайну Міжнародного гуманітарного університету? Да, это известно. Речь идет о небольших изменениях. Эти изменения касаются поступления на специальность дизайн. Изменения следующие. ЗНО – украинский язык и литература, и математика. Все остальные специальности по-прежнему принимают ЗНО – украинский язык и литература, и история Украины или география. За якими напрямками готують спеціалістів на факультеті мистецтва та дизайну? Направлення обширне і следующее: дизайн графічний, мультимедійний, кіно, телевізіння – це операторське діло і диктор кіно і телевізіння, а також актер музикального театру і преподаватель естрадно-джазового пения і, собственно, соліст-вокаліст естрадно-джазового направлення, а також звукорежиссер. Вот такие вот направления, таким направлением обучают на нашем факультете. Георгій Вікторович, розкажіть, будь ласка, чи користується попитом така спеціальність, як кіно та телебачення серед абітурієнтів? Ну, среди абитуриентов я не знаю, то есть мы хотим видеть молодых. Вот Нина Вячеславовна сказала, что мы ждем талантливых людей, потому что основная проблема, много ведь одесситов у нас, да, и в Одесской области, которые хотят получить образование вот такое творческое, и приходится им уезжать куда-то там далеко, в другие города, в другие страны. Это при том, что у нас в Одессе такие потрясающие руководители, педагоги, и причем педагоги работающие, имеющие свой опыт. Это не просто получившие теоретические знания, которые снимали кино, там работают в театре, в концертном, в шоу-бизнесе, и которые готовы передать эту школу. Потому что сейчас есть во всем мире такая проблема, это когда нет преемственности поколений, то есть то поколение, которое уже обладает какими-то знаниями, это во всех областях. Ну, я не знаю, это мое наблюдение. Вот. И поколение молодых людей, они не могут получить эти знания, потому что вот система как-то так, она не так благополучна, как было раньше, вот в наше время, когда мы учились. Причем я наблюдаю эту тенденцию, еще раз повторюсь, не только в нашей стране, везде. Но Одесса такой город, понимаете, он же... Одесса — это особенный город, вот. Поэтому мы имеем право какие-то свои вот принципы, свои новшества находить. И вот наша система обучения, она строится на том, что мы не только даем теоретические знания, а прежде всего мы даем практические знания, чтобы, скажем, будущие актеры, например, да, там, певцы, чтобы они получали сразу же
ну, практику на сцене, практику на зрителей. Вот даже сейчас вот в этой сессии я принимал экзамены по актерскому мастерству у киношников. Я говорю, ребята, давайте, раз вы все-таки кино, можете снимать эти этюды, не просто живьем показывать, а можете снимать это на мобильный телефон, на любое устройство, монтировать, использовать звук, использовать титры, использовать все формы кинематографа. И охотно, вот ребята, молодые люди, студенты, они этим ожили, и они уже понимают, что сегодняшнее искусство, оно синтетическое. Оно, ну как все в этом мире, то есть это уже такой полный симбиоз. И поэтому ну, вот такая наша вот отличительная черта, наверное, это особенность, да? Это наша особенность, действительно, возможность писать авторские программы, внедрять эти авторские программы в учебный процесс, думать об интересе студентов, об их получении ими практических знаний, какими средствами это достичь. Поэтому вот та свобода подачи материала, которая у нас есть и приветствуется руководством университета, конечно, это идет только на пользу нашим студентам. И это тоже действительно является нашей отличительной чертой. Мы не заскорузлы в той учебной системе, которая, допустим, давлеет во многих вузах спущенными программами сверху. Мы их пишем сами. Так, але розкажіть все ж таки, який напрямок користується найбільшою популярністю? Це аудіовізуальне мистецтво та виробництво, музичне мистецтво чи дизайн? Ну, якщо говорити по факту на сьогоднішній день, самая первая спеціальність, відкрившаяся на факультеті мистецтва і дизайну, собственно, була кафедра дизайна. І ця кафедра, конечно, насчитує на сьогоднішній день большее количество студентів. І ми зв'язуємо це якраз з тим, що время и авторитет наработанный и студентами, так цыганская почта никто не отменял, да, и когда наши студенты приходят работать, опять-таки задают вопрос, откуда, где подготавливался и так далее, мы понимаем, что есть обратная связь. Поэтому по количественному составу сегодня лидирует кафедра дизайна. Второе место, опять-таки, вторая кафедра появившаяся творческого направления – это кино-телевидение. И мы, актер музыкальное мастерство, актер музыкального театра и артист-вокалист, мы самые молодые, соответственно, мы самые на сегодняшний день малочисленные. Но я думаю, что это временная ситуация. И, конечно же, еще раз хочу сказать, что наша встреча способствует и тому, чтобы люди узнали о том, что такая кафедра и такая возможность получить специальность, высшее образование в области музыкального искусства сегодня появилась и у одесситов, и у Одесской области, и у других областей. Георгій Вікторович, є абітурієнти, які бажають стати акторами, режисерами, кіносценаристами, але вони ще цього ніколи не робили. Чи можливо якось бути в цій сфері без досвіду? В сенсі абітурієнтам чи що? Так, так. Ну, для этого будут консультации, вот об этом Нина Вячеславовна скажет, то есть мы будем проводить и онлайн, и, ну, естественно, и живьем будем объяснять, и у нас, ну, как-то так информация открыта. И в дальнейшем, вот когда откроется уже новый киноконцертный зал в Международной гуманитарной школе, это потрясающий зал, то есть там он будет оборудован самым крутым светом, звуком. Не знаю, вот на сегодняшний день в Одессе, наверное, это будет такое самое прогрессивное место для проведения шоу, концертов, спектаклей. Вот. Естественно, как бы приоритет это будет для студентов, для того, чтобы они обучались. Вот. И имея сцену, имея такой зал, конечно, надо будет это все нарабатывать на публику. Потому что для артиста очень важна вот эта обратная связь.
Вот, чтобы не было этого страха, не было неуверенности, чтобы артист чувствовал зрителя. Потому что это единственное искусство, когда оно происходит мгновенно. То есть вот в момент спектакля, да, там, или концерта, или шоу, это произведение существует. Оно заканчивается, все, этого произведения нет. Вот, и чтобы артист имел такую вот мощь внутреннюю, да, значит, надо проверять это все на публике. Мы будем этим заниматься, то есть и вокалисты тоже. Ведь Нина Вячеславовна там знает, что одно дело там в студии попел человек, выходит, берет микрофон, и вот публика, вот уже там, не знаю, живой оркестр, и все по-другому. Скажите, а чи плануете ви у майбутньому на базі Міжнародної академічної школи Одеса проводити такі заходи, щоб студенти влаштовували вистави, а абітурієнти приходили на ці заходи і вже бачили, як що робиться? Так не просто это вот то, что вы сказали, а в принципе у нас в планах фестивали проводить. Фестивали театральные, музыкальные, вот, ну, с какой-то такой особенностью вот для нашего города, для Одессы и для вот этого учебного заведения. То есть все-таки Одесса имеет какой-то, ну, какую-то свою особенную изюминку, стиль, это уже так признано всему миру, и поэтому и школа, она вот предполагается какая-то особенная. Она будет отличаться от там Киевской, Харьковской, там Днепропетровской, учебных заведений и так далее. Вот. Да, это фестиваль, мы будем приглашать разные коллективы, и не только студенческие, профессиональные. Вот. Какой-то конкурс будет. Вот сейчас мы это обдумываем. И, конечно, поскольку будут студенческие спектакли, такие шоу, то абитуриенты будут иметь возможность. И они просто увидят уровень, что вот такие же молодые люди, которые там, ну, буквально там на пару лет старше, а вот они уже владеют искусством, вот они получили умения, знания. Зацікавило абітурієнтів, мені здається. Я, якщо доповнити вот, ваш вопрос і ответ на нього Георгія Вікторовича, я хочу сказати о том, що ми з огромнейшим нетерпением ждем окончания всех, каких бы то ни было локдаунов, открытия зала в академической школе. Почему? Потому что самое лучшее работа с абітурієнтами в области искусства, это, собственно, показ. Покажи, что ты можешь, и тогда не нужно уговаривать. Спой, и услышав что-то, произведение, какое бы ты, вот я хочу, как она, или как он, сфотографируй, сделай выставку, как это красиво, как прекрасно, как этому научиться, приходите, сыграй пьесу, опять-таки, как молодые люди, первый, второй курс, они могут так. Я тоже так хочу. Поэтому, конечно же, в творческом направлении вот такой вот интерактив – это, пожалуй, самый главный и важный момент в работе с абитуриентами. Розкажіть, будь ласка, про матеріально-технічну базу Міжнародного гуманітарного університету, в яких умовах навчаються майбутні ведучі, режисери, музиканти та дизайнери. Ну, надо отдать должное, конечно, Сергей Васильевич Кивалов. Он очень много вкладывает во внешний антураж, потому что форма тоже очень важна, потому что нужно оборудование. Начнем с того, что, наверное, это, пожалуй, единственное учебное заведение, когда ты заходишь, все красиво, везде тепло, отапливается, все работает чистенько, аккуратно, потому что для молодых людей тоже это очень важно. Вот зайти и увидеть очень правильный интерьер и хорошую обстановку, оборудование, обслуживание. Вот. Что касается кино, телевидения, конечно, вся эта техника, она очень быстро меняется, устаревает. И вот сейчас как раз идет, вот в данный момент происходит реорганизация, потому что, скажем, та техника, которая есть, она уже немножко устарела, и мы хотим переоборудовать, реорганизовать, и будет смена помещений идти. То есть переход из одних аудиторий в другую, аудитории, которые будут оборудованы звуковым оборудованием, современнейшим и телевизионным. Вот. Ну и в конце концов само помещение, чтобы там были рир-проекции, чтобы там стоял свет, чтобы студенты могли прийти, реально руками все это потрогать, заглянуть там в видоискатель, снять правильную картинку, снять репортаж, кино. Вот. Что касается вокалистов и актеров музыкального театра, здесь вообще шикарно. То есть я повторю, что уже вот сдается, уже на грани завершения этот потрясающий киноконцертный зал на 850 мест.
Там же рядышком аудитории для репетиций, для занятий музыкальных, отдельные аудитории. Они звукоизолированы с музыкальными инструментами, с каким-то оборудованием. Балетные классы со станками, зеркалами. Все это вот сейчас уже заканчивается производство, да? Реконструкция. Розкажіть, будь ласка, які спортивні та культурні заходи влаштовуються в університеті, на факультеті задля культурного та спортивного розвитку студента? Но если говорить о, скажем так, студенческой жизни, вот той вот веселой и разудалой, опять-таки в нынешних реалиях мы ждем, когда это все опять разрешат и опять будет возможно. А если рассказать о том, о тех традициях, которые у нас существуют, то это прежде всего та концертная практика, которую мы устраиваем для наших студентов, это выставочная форма работы, когда дизайнеры, выставка картин, выставка фоторабот, выставка фоторабот и дизайнеров, и студентов кино, телевидения. А опять же таки сопровождается это все концертными выступлениями наших студентов с музычного мастерства. Подобный перформанс мы делали в августе на втором фестивале «Первый шаг», кинофестивале «Короткого метра». И подобная форма была крайне удачной и интересной как для слушателя, так и для студентов. Я думаю, что именно вот это направление будет основным для нашего факультета. Совместное устраивание вот таких вот перформансов, выставок, сопровождаемых музыкальным действом, музыкальным сопровождением. И я думаю, что вот это основная форма развлечений наших студентов. Они очень любят эту часть обучения и с нетерпением ждут этих концертов и этих выставок. Все, что касается спортивной части, не могу сказать, что, опять-таки, в силу нынешних условий в стране и в мире это носит массовый характер, но тем не менее был велозабег в сентябре месяце, где наши студенты приняли участие вместе с руководством вуза. Это было очень, не знаю, модно, интересно, спортивно. То есть молодцы. То есть когда у нас есть какие-то события, они с удовольствием поддерживают любые инициативы на вот такой вот студенческой жизни университета. Зараз у вас є можливість звернутися до майбутніх абітурієнтів та запросити на дні відкритих дверей онлайн чи вже офлайн в теплих аудиторіях Міжнародного гуманітарного університету. Очень надеюсь, что мы встретимся вживую, глаза в глаза, когда можно будет задать вопрос непосредственно тому человеку, отвечающему за определенную специальность, и получить квалифицированный ответ. Поэтому приглашаю всех следить за датами дня открытых дверей в нашем университете. Я очень надеюсь, что это будет в ближайшее время, в первых числах марта, когда мы сможем увидеться и пообщаться вживую. Приходите, мы ждем только талантливых, мы ждем только креативных, мы ждем молодых, энергичных, желающих получить знания людей. Дякую вам за такий відвертий, конструктивний ефір, діалог. Нагадую, що в студії репортеру була декан факультету мистецтва та дизайну Міжнародного гуманітарного університету Ніна В'ячеславівна Кравець. Дякую вам. А також народний артист України, професор кафедри кіно та телебачення Георгій Вікторович Деліїв. Спасибо. В студії працював Василь Базавлук. Будьте здорові та залишайтесь з репортером.